Обладатели участков на Красоувале открыли огородный сезон с опаской, ведь дорога к заветным соткам по-прежнему таит в себе опасности. Главное препятствие – это мост, который находится в аварийном состоянии. Только находясь под мостом на Красоувал, можно понять, насколько он хрупок. Каждую весну земля под ним дает усадку, и надежность опор теряется. При этом ежедневно по мосту проезжают сотни машин, ведь на том берегу реки находятся сразу 8 садовых кооперативов, в которых насчитывается более 1500 огородных участков. Обладатель каждого из них уверен, мост точно нужно ремонтировать. Мосту-то не знаю, но дорога вообще выбитая. Я думаю, что делать, ремонтировать, и мост вообще-то тоже надо делать. Наверное. Страшно, конечно, как же. Но ремонтировать надо, конечно. Мучаемся. Все, как ездит. Планы по ремонту моста в городской администрации разрабатывали еще этой зимой. Тогда выдвигались предположения о том, что к весне будет разработан проект по строительству нового моста и начаты работы по его возведению. На данный момент мост Красноувала находится в аварийном состоянии. Планируется провести реконструкцию моста и, возможно, будет рассматриваться вопрос об увеличении параметров моста, то есть увеличении грузоподъемности. Однако ожиданиям владельцев садовых участков не суждено было сбыться этой весной. Проект строительства нового моста так и не претворили в жизнь. Говорят, все дело в спорности этой территории. Мол, она считается бесхозной и ни за городом, ни за районом не закреплена. И все же в этой ситуации есть небольшой плюс. В июне планируется провести текущий ремонт дороги, ведущей от города к огородам. Дорогу сделаем ямочным ремонтом. Ямочный ремонт, а когда к нему ориентировочно приступят? В июне месяце. Когда же огородники смогут проезжать со спокойной душой к своим участкам, так и не ясно. Универсальный ответ власть имущих «денег нет» снова в действии. И когда он сменится на что-либо обнадеживающее, покажет только время. Лариса Миронова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Время новостей».